Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Но как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать. Вот. Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним. Ну так, потому что вы президент огромной державы. Он, на сегодняшний день он очень любим тоже в своей стране. Пришел очень, с огромным рейтингом. Очень, у вас нету истории отношений. Один маленький жест может полностью поменять ход событий. Вы же это знаете, Владимир Владимирович. Почему бы не встретиться с ним вот без условий? А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал. Ну вы готовы с ним встретиться? Послушайте меня. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Ну, я говорю серьезно, а вот он смеется. Вот, значит, но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант. Это точно. И один из этих много талантов. Один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа «принц и нищий». Через каждые 10 минут. И там надо быть убедительным. Это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества. Нужен опыт определенный, знания. Нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их. Найти инструменты решения этих проблем. Уметь собрать дееспособных людей в одну команду. Наладить с ними хорошие отношения, поверить в них. Дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения. Выбирать эти решения. Что очень важно, объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений. И самое главное, иметь мужество и характер, брать на себя ответственность за последствия этих решений. Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств. Они вполне могут быть. Ну, опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное. Это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть. Но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов другое. Поживем, увидим, посмотрим.